Да, ребята, мой курс-зал. Здесь все, что описано в моем романе «Шрамы юности», вот здесь все происходило. Здесь были молодые ребята, музыканты с Урала, приехавшие сюда 30 лет назад, 29, если быть точным. И работали здесь 6 лет, вот в этом курс-зале. Поэтому здесь Вот и Вадик. Прошла моя трогательная юность. Исказ вот идет. Исказ. Мы с ним были два солиста группы «Визит». Это легенда. На этой гитаре играли. Да, до сих пор. Легенда эта группа в городе Малышка. Это я фотография осталась до сих пор. Так что читайте книгу «Шрамы юности». Шрамы? Курзал, курортный зал города Алушты.